Детские сады Твери готовятся к ремонту. В частности, бюджетные средства на работы уже выделены. Проектно-сметная документация утверждена. Идет подготовка конкурсной документации по выбору подрядчика. Самый большой объем работ запланирован в 7-м детском саду. Здесь намечен капитальный ремонт кровли на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Также капитально будут обновлены системы электроснабжения в 132-м саду и системы отопления в 161-м, на что потратят порядка 5,5 миллионов рублей. Более 1 миллиона планируется израсходовать на благоустройство территории детского сада номер 2. В двух детских садах номер 7 и 141 отремонтируют систему автоматической пожарной сигнализации. В последнем также произведут ремонт противопожарного водопровода. Решен вопрос с финансированием работ по ремонту кровли в детском саду номер 163. На данный момент проведено обследование, определена стоимость проектно-сметной документации, заключен контракт на ее разработку.